развлекаемся на пляже, да? В море, океане. Лёшка, любитель у нас в ванной посидеть. Когда не гуляем, хоть такое развлечение скажем. Гуляем. Так, я молчу. Ты точно вчера у тебя клавиши не заела, когда ты желе в корзине клал? Нет, не заела. Не заела? Нет. А нафига нам столько желе? Нет, нафига нам столько желе? Я тебя что, не кормлю? Кормлю. Желе полезно для костей, для суставов. Вишня. Я просила только клубничную, а ты тут не разогнался. Так, сколько здесь? Вишни 3. А, ну всего по 3. Ну тут целая куча получилась. Одного желе только, блин. Ну ладно. Целый пакет. Тебе воды жалко, что ли? Жалко. Смотри, мама что принесла. Это не готовые маски, это набор для творчества и безопасности. Она что думала, это маски? Она, видимо, думала, что это маски. Это нужно самой, здесь просто кусочки ткани, и нужно сшить маски. По инструкции, которая здесь. По шагам. А зачем, мам? Это чтобы прищепка, типа? Она не делает. А, это лайфхак такой, да? Из-под хлеба прищепку сделать. Хоть блин, такую цеплять. Это лайфхак, да? Ну, типа... Она не держится, нет. А что, кто-то говорил, что можно прищепку из-под хлеба, да? Ну, я сама так думала. А, понятно. Понятно все с тобой. Не надо себе нос поранить. Лёша! Лёш! Лёш! Ты там случайно мел не ешь? Сидит смел. Сегодня какое число? 1 мая? 1 мая. Нет, тут май. Да, вышли на 1 мая. Сегодня 1 мая, мы вышли подышать воздухом. Потому что Гриша всю зиму сидел дома. А сегодня вышли. Гуляем обособленно, стараемся, но ребенок потребовал на фонтан его привезти. Вот он с бабушкой сейчас стоит на руках. Мы здесь не играемся, ничего, просто на фонтан посмотрели и пойдем дальше. Ребенок потребовал. Вышел с транспарантом на фонтан. Да, стал капризничать. Ну что, посмотрел на фонтан, да? Лёшка, какие счёты интересные, да? Давай я мел положу в пакетик. Давай мел в пакетик положу. Нет, ему так спокойней. Да, он знает. Зелёный. Он только не всегда озвучивает, но знает. На слух. Скажи, какой это цвет? Скажи, красный. Какой цвет, Лёш?
муравей, да? Ну-ка, муравей ползет. Муравей к деткам домой побежал, говорит: Леша, пока, я домой пошел к детям. Помаши ему, скажи, Леша, пока. Пока, о, муравей, молодец, скажи. Да. Все, убежал. Домой убежал. Домой. Домой, да, убежал. Пришли мы домой, уже переоделись. Сейчас буду, Гришка у нас не может умыться. В раковине, да, подойти умыться. Руки у него, в принципе, чистые, но я все равно сейчас протру влажной салфеткой руки ему несколько раз. Как это чистить? Я же в помойке лазил. Я же ужин схал. Да вообще, это у нас такой. Вот сейчас принесла мироместин. Я говорю, давай я тебе обработаю так лицо слегка мироместином и протру салфеткой. Сейчас мне будет стресс устраивать. Можно даже полотенце намочить влажное и протереть. Ну, я так и лучше сделаем. Все-таки намочим влажную салфетку такую, больше, тканевую. Больше я гулять не пойду. Нафиг надо, да? Да. Мы хоть и держались обособленно на улице, но все равно людей очень много сегодня высыпало на улицу. Очень много комментариев сзади. Вот мы идем, и очень много людей ругались, что вот все повыпирались на улицу. Вот я сразу подхвачу. Там не сзади был комментарий, там мы идем, стоят три женщины. Там еще были на другой площадке. То, что я видел, стоят три женщины, все три без маски, и обсуждают, что люди самоизоляцию не сохраняют, маски не носят, и кучкуются. При этом сами стоят втроем и, да, без маски. И обсуждают все это живо так. Вот, там еще были на другом, в другом месте еще так же женщины тоже там, тоже так же общались, ходили там, что вот, не соблюдают самоизоляцию, все шляются, ругаются. Умеет запоминать нашу Рашу. А кто это сделал? Ой-ой-ой-ой-ой. Так это тоже. Сами делают, сами же себя и возмущаются. Я на нервной почве начинаю кашлять, и на нервной почве начинаются вообще проблемы сразу же. Тоже. Ну что, давай об этом. Обрабатываться? Да, устраивать не стресс. Давай. Руку отзадимся. Да. Так, на нос заходить больше? Да. Спасибо. А в рот? Да хочу. В нос Гриша не дает мироместин набрызгать. В рот, я в рот тоже. Просто. В рот тоже, да. Может быть, как-то сейчас перед тем, как покушать мироместин, нос в этот ротик пшикнем. Да? Ну, в принципе, там сплевывать надо. Я, конечно, его сплю. Я чай горячий попью, я тебя удовлетворю. Не выдерживает температуру. И этот выдерживает еще соляную кислоту, которая в желудке находится. Тоже не выдерживает. Ну, типа, вы не соляная кислота. Ну, как она называется правильно? Возьмите. Ну, желудочный сок. Нет, там есть кислота. Желудочная кислота, в общем. Ты почитай, ну, про, ладно, соляную кислоту в желудке, ладно? Ладно, почитаю. Все? Давай я попью не горячий чай, давай я попью соляную кислоту. Что, у меня самое горло. Дерет уже. А ладошки ты не будешь бежать? А, давай, давай. Ты широко не улыбайся. Хорош. Я уже умылась. Умыла Лёшку. Хорошо руки вымыла, хорошо умыла. Всю одежду с него сняла. Не с этой стороны. Ну, я сначала с этой стороны, Гриш. У тебя же твоя рука тоже как бы голая. Надо еще с тыльной стороны руку тоже надо. Да хватит, я уже весь. Вот здесь чуть-чуть, давай. Я уже весь в этом. Вот так, чуть-чуть. Меня же и пошли. Ну и ничего страшного. Ты же брызгаешь все вовремя. Ничего страшного. Вот так вот раз, и все. Ты же брызгаешь на руку, а лишь ты весь под этой рукой. Короче, проще боль меня сразу в бочку опустить. Ладно, все равно. Не знаю. Мне просто этих языков с этого весь схватит. Все, хватит. Весь. Все. Может, еще пяточки? Да, пяточки. Штаны снимают, все везде будет прыгаться. Грудь, спину, шею. За ушами, в ушах, в глазах. А я себе в глаза мироместином пшикаю, я наверное нормально. Я себе даже в глаза пшикаю, потому что это слизистая тоже, я так на всякий случай. Причем с открытыми глазами. Ну, не каждый раз. Попробуй сейчас соляную кислоту. Причем за соляную кислоту? Этот
Коронавирус же не выдержится, я выйти с отцом, вот. Ребята, вы это видите? Не ругайте меня за грязное окно. Окна я еще не могу помыть, потому что у нас погода очень плохая постоянно, я не могу окна помыть. Вы это видели? Я, честно говоря, первый раз вижу. Поэтому удивляюсь очень. В таких костюмах зашли сейчас к нам в подъезд. А вот мама идет. Мама выходила за продуктами. Ты представляешь, что сейчас ведет? Тоже видела, да? Нет. Зашли, короче, полностью в резиновых костюмах с противогазами. Двое сюда к нам в подъезд. Коронавирус у кого-то. Ужасно. Я просто до этого видела скорые, но они были просто, по-моему, в масках обычно. А это прям полностью в костюмах приехали. Ну, все уже на скорой. Видать, это... Мам, руки не забудь помыть. Давай, я даже тебе дверь открою сразу, чтобы ты могла зайти и помыть руки. Вот, пожалуйста, девушку забрали. Где-то через 10 дней я заметила эту девушку у нас во дворе. Скорее всего, у нее были просто легкие признаки простуды. С вещами даже забрали. Кстати, еще хотела сказать... У нас не ко всем так на вызова подряд выезжают. В костюмах выезжают именно только вот тех, у кого признаки ОРВИ. Кто заражен, выезжает в таких костюмах. У нас 9 мая сегодня. За окном дождь поливает, холодно очень. Вот, сидим дома. Вообще вся неделя такая холодная, периодически все время срывается ветер, дождик. Поэтому мы сидим дома, никаких... прогулок. Все под домашним арестом. Изоляция продолжается. Что это? Яйцо хочет, Лёш? Да я ему предлагала, он не хочет, говорит. Лёшка, а у тебя запеканка творожная есть? Может, поел бы? Подогреть тебе её?